Всем привет! Вот приехала на трассу встречать маму, папу и Киру. Все, с Хабаровска едут они. Маме сделали операцию на глаза. Говорит, очень хорошо видит она. Вот. Я вообще, говорит, хорошо, говорит. Вот здесь, говорит, пятно, говорит, вот здесь, говорит, ага. Увидела. Но. А потом она хочет еще поехать на второй глаз сделать. Потому что, как его, очередь ее настанет. Вот, бесплатная операция делают. И этот, вот, в очереди стоят на бесплатную операцию. Ну вот подойдет к ней очередь, и вот она сделает второй уже глаз, уже бесплатно. Вот. А так сейчас она назначили ей капли. Капли будут капать, лечиться. Потом через 5 дней, или сколько она сказала, ей надо ехать в Богородск, окулисту. Вот. Очки она раньше таскала, и очки старые уже не подходят. Ей надо новые очки выписывать, подбирать под ее глаза. Так что вот, наверное, на следующей неделе, наверное, повезу уже в Богородск ее, окулисту. Ну, вот. Ну, папа тоже мартышку прошел головного мозга. Что-то ему сказали, не знаю. Приедет, спрошу. Что-то я про папу забыла спросить. Что там? Да и особо там заключение врача. Это как его, заключение мартышки. Там надо читать. Что там? Ну и врач скажет. Его же окулист послал МРТ делать головного мозга. Потому что папа часто делает операцию на глаза, и ему нету никакого улучшения. И вот она хочет посмотреть, что у него, может быть, там сосуды, что-то такое. Вот. И вот она отправила его. Ну, уже врач скажет, что у него. Потому что папа очень часто делает операцию на глаза. Вот. Помню, у него операцию он сделал, вовремя он приехал. У него сетчатка порвалась от тяжелой работы. Я не помню, наверное, это во время рыбалки, что-то я забыла, это во время рыбалки, наверное, было. Осенние путины. Вот. А нет, да, этот, как и у нас было, этот паводок, наводнение подбиралось к нам. И папа таскал вот такие вот эти камни, булыжники. Укреплял этот забор там, где эта баня, чтобы баню не снесло. И вот он укреплял, таскал камни большие. Вот таскал, и у него сетчатка порвалась, а вот вспомнила я. Угу. А ну, говорит, что-то черное-черное пятно такое, говорит, что-то это. Ну, вовремя поехал в Хабаровск, и, оказывается, у него порвалось, и ему сделали. Вот. Я ему говорю, это меньше тяжелое поднимай. Вообще, говорю, все, хватит работать. А он же не может без работы. Надо что-то. Вот немножко полежит, все идет, что-то копошится, что-то делает. Сейчас надо уже беречь себя. Такого уже тяжелого нельзя поднимать, таскать. Там вот. Но уже, как бы сказать, возраст. Ну, как-то так.
Говори, не говори, все равно бесполезно. Все равно идет, работает, не может без работы. Вот. Так вот. Я не знаю, вовремя, не вовремя, что-то я приехала, может быть, я рано приехала. Не знаю. Ну-ка, время сколько? Вот. Ну. Звонила Альбине, спрашивала: Альбина, что там Кира? Не хотела ехать в Булаву? Да вроде, говорит, нет, говорит, это... Утром вставать не хотела. Рано утром они на автобус. Вот. Ага. Ну ничего. Это, учеба закончится, поедет маме, папе. Угу. А там уже, наверное, в сентябре, может, наверное, уже в Хабаровске пойдет в школу. Второй класс. А может быть, и не отдадим мы ее. Будет она у нас здесь до 10 класса учиться. Что, так вот. Посмотрим. Конечно, она к маме, папе хочет. Но... Может быть, очередь настанет, ее там подойдет в школу. Но... Вот так вот. Сидим, ждем. Ладно. Включусь, когда они приедут. Автобус приехал. Хорошо. Ой, там долго сидит, ужасно. Чего там собачка с ней, да? Ага. Красавица наша. Пойдем. Че, давай. Ну, пошлите, пошлите. Кира. Где машина? А вон она там стоит. Че, лягушка путешествует? Отдохнула там? А? Отдохнула? Ой, в луже. В лужу наступил? Да. Так, пошли сейчас. Дочка. Включу хоть. Можно туда укатить. Да? Да, туда в школу. Так. Ага. Да. Что? Что? Ну, вроде бы. Ну, все. А? Кира, на бабину сумку. А вторая сумка тоже у тебя? Там лежит она. А. Чуть-чуть не наступит. Чуть там, хорошо, да. Хорошо жопой нащупаю. Кого? Телефон, телефон. Мой телефон? Чуть-чуть не раздавил. Чуть не раздавил? Да, я хорошо раньше почувствовал.
Не буду стюдиться. А я фары включила, у меня, кажется, здание висит. Поехали. Все? Поехали. Устала? Видишь, устала. Да? Ну, поехали. Долго шли, ужасно. Да? Дорога плохая. Конечно, они... Автобус поехал в деревню. Там мокрый снег. До туалета по воде идешь. Ужасно. Да, снег вообще-то впитал воду. Да. Я тебе говорю, мокрый снег. Что такое? Назад Хабаровск поедем. У меня на июнь намечено. Не знаю. На июнь? Ага. Это врачу или куда? Что, на гостиницу? Как его? На диагностику. А, не диагностику? Ой, и то надо в мае записываться. Ужасно там, что творится, блядь. Как раньше не было, с направлением заходишь, сразу тебя на диагностику все. Очередь. Вот так. А вот это. И то там, не самому этом, как его, микрохирургии, а на Комарова, в центре. На Карлухе. Напротив театра музыкальной комедии. Вчера прошел я, много чего обнаружил. По снимкам? Ага. Я, короче, зашел до невролога сразу. Угу. Она мне уходим. 1800 рублей. Ай, бля. 1800 мне наговорила. Минут 20 держала. Лучше мне ходил я. Нет. Сразу надо к этому. К окулисту. Там все же написано, четко. А тебе же это назначил окулист. Зачем ты пошел к другому врачу? Не окулист надо. Не окулист, а невролог написано. После как пройти этот, как его, МРТ, к неврологу. К неврологу? Ну и что, окулисту сходил, что там? Окулисту я не сходил. Что, Оксана сегодня деньги брала у тебя? Да, пришла это на дискотеку. А. У меня это сдачи не было, это, то есть это 100 рублей не было, я говорю, 200 рублей дала, говорю. Я говорю, ладно, это тебе на завтра еще. А я сантишка. То есть она получается на две дискотеки. Я забыла шоколадку. Шоколадку забыла? Да. Где? В автобусе. Как ты могла забыть? На этом, на диване? Да нет, она лежит через сиденье. Ну, вот я говорю, где ты сидела на кресле. Ну, шофер скажет спасибо тебе. Ну? Шоколадку покушает и все. Делиться тоже надо, Кира. Ничего страшного. Махни рукой. Ну что, Кира, отдохнула? Какой отдых там дома целыми днями? Тебя возили куда-нибудь? Да, по магазину с собой возили. По магазинам? Я не знаю, я забыла формочки с елочкой. Я вообще не понимаю, забыла или не забыла. А они тебе в парк куда-нибудь возили? В парк? В парк родители возили, нет? Только по магазинам, да? Снегу здесь. Ну и дорога благая, этот как ее заносит. А,
куда спешит потихонечку? Зимние колеса до сих пор? Ну, летние я не могу поставить, ты что, морозик? Еще рано их такие ставить. Я вообще тогда это заносить меня будет. Пока весь снег не растает, не меняемся. А у вас нет улыбки? Кого? Что-то утром вставать не хотела, да, Кира? Ничего, встала. Женя говорит, ну погасила, поехать, надо ехать домой. Кстати, Арика соскучилась она. Дикарька, да? Нет, ага. Подходит и на нас. Ребенок сам себе на уме. Кира, ты сказала, чтобы они приезжали к нам в гости? Маме говорила, приезжайте в Булаву. Говорила, а... Скажите, я к вам приехала, теперь вы приезжаете, да? Врачом хочешь быть, Кира? Нет. А? Нет. А что? Деду с бабой лечить будешь? Чё? Почему его нет? Потому что... Завтра он ванен затоплен, отмоемся.
греемся. Ужасно. Это сколько мы шли, а, Галя? С Декастри. Декастри? Мне показалось быстро. Быстро? Ну, потому что я это засекла и кино стала смотреть. И что-то мне быстро так показалось. Ой, думаю, надо все, ехать надо. Ага. Я приехала, я недолго сидела. Я там сколько сидела? По видео я же приехала, села и болтала с камерой. И все, и прошло где-то минут пять, и вы подъехали. Жаль, я еще забыла бутылочку. Там еще была бутылка. Киру, да, Майи, да? Нет. Завтра заберу. А что завтра? Она в понедельник уезжает.